принимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайство, давать устные письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращающаяся сторона имеет право изменить основание или предмет требования, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Сторона ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. Каждая сторона вправе представлять доказательства и доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционной палате и влечет ответственность по закону. Также в соответствии со статьей 36 Конституционного закона Кыргызской Республики по Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики вы вправе заявить отвод судье или судья. Уважаемая Клара Скоропетовна, вам есть ли ваши требования? Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судьи? Нет. И дополнительный ходатайство. Я извиняюсь. Микрофон, пожалуйста. Нажмите. Дополнительный ходатайство не имеется. Заявление об отводе имеется. Права и обязанности вам есть? Есть, нет.